Государственный исторический музей в Москве отмечает 200-летие Тургенева. В экспозиции личные вещи писателя и артефакты середины XIX века. Любимая картина Тургенева «Московский дворик» висела над его рабочим столом. Колорит дореволюционного города вдохновлял писателя, став декорациями его произведений. Сам Тургенев признавался, описанные им истории из реальной жизни. Так, первая любовь, случившаяся в Москве, печальный опыт юного классика, когда дама сердца предпочла его же отцу. Его обвиняли многие потом, что он вот эту историю вскрыл, да, вот так вот вскрыл, опубликовал. И именно поэтому Тургенев говорил, что он никогда ничего не придумывает. Все это пережито. Три портрета москвичек – современец писателя. Между тем, утонченные красотки совсем не похожи на женщин, которых Тургенев выбирал в жизни. Яркий пример – оперная певица Полина Виардо. Писатели восхищали дамы с сильным характером. Именно они – прототип тургеневской девушки. Термин «тургеневские девушки» он претерпел изменения. В нашей сегодняшней культуре понимается как какая-то такая мадам, легкая, да, читающая, далекая от жизни. Хотя, конечно же, женщины у Тургенева другие. Это, конечно, человек образованный, немножко замкнутый в себе, но при этом способный к невероятным подвигам. Современница Тургенева и героиня знаменитой картины «Девочка с персиками» – Вера, дочь Савы Мамонтова. Писатель часто бывал в гостях у мецената и очень запомнился его детям. По воспоминаниям детей Мамонтова, они помнят этого огромного великана, на коленях у которых сидела маленькая девочка, Верочка сидела, и запомнили, как он рассказывал какие-то истории, огромный седой великан. Выставка продлится до конца сентября.